монастырь Пантократор. На северо-западе Святой горы, на одинокой скале на берегу моря, стоит монастырь Пантократор, или Вседержитель. Он расположен в часе ходьбы от Ставро-Никиты и в двух от Ткари и Ватопеда. Основал его византийский полководец Алексий вместе с братом Иоанном, также влиятельным вельможей, в 1363 году. После того, как монастырь заняли и разорили турки, его обновил молдавский господарь Станло в 1536 году. Монастырь окружен массивными стенами с высокими башнями, а в стенах в несколько ярусов размещены кельи. Из-за этого, а также из-за положения на высокой скале, монастырь снаружи кажется очень высоким. Территория монастыря поделена на две части. В первой находятся кельи для паломников, высокая башня с малой церковью наверху и ризница. Во второй части размещается соборная церковь, трапезная и колокольня. Соборная церковь посвящена Преображению Господнему. В монастыре этот праздник отмечается с особой торжественностью. Беломраморный храм построен в XIV веке, а в 1847 году тем же мрамором выложен пол. В храме сохранились оригинальные фрески. Среди монастырских святынь в храме хранится чудотворная икона Божьей Матери Грантиса, или Старица. Икона больших размеров, 196 на 76 сантиметров. В монастыре хранятся и другие святыни. Частицы честного животворящего креста Господня. Мощи святого апостола Андрея, святых Иоанна Милостивого, Иоанна Златоуста, Афанасия, патриарха Цареградского, преподобного Ионикия Великого, священномученика Харлампия и многих других. Кроме соборной церкви, в монастыре 8 часовен. Монастырская библиотека хранит исключительную редкость – Евангелие, принадлежавшее святому Иоанну Кущнику, много других старинных книг и рукописей. Пантократору принадлежит и келья, в которой, по преданию, святой ангел впервые запел молитву «Достойно есть» перед иконой Пресвятой Богородицы. Чуть ниже кельи находится русский эскиз святого пророка Илии, который также принадлежит Пантократору. Здесь подвязался преподобный Паисий Величковский, который перевел «Добротолюбие» на славянский язык в 1293 году. В начале 20 века в монастыре было 200 монахов, сейчас их около 30, а сам монастырь занимает 7-е место в Афонской иерархии.